концентрируйтесь на своем дыхании. Это значит, что ваше внимание сосредоточено лишь на вдохе и выдохе, на этом маленьком кусочке носа, через который входит и выходит воздух. Старайтесь в этом процессе быть тотально сконцентрированными. Вдох и выдох. Пронаблюдайте все мельчайшие оттенки этого процесса, как воздух прикасается к ноздрям, на вдохе, как воздух выходит на выдохе. И займитесь этим упражнением, концентрацией на дыхании. Ничем более. Ни птичками, ни чувствами, ни мыслями. У вас есть один объект – дыхание. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Оставьте время на свои концепции. Все, что вы знаете. Все идеи по поводу этого. И просто делайте вдох и выдох. Тем естественным способом, который у вас происходит. Ничего не изменяя, ничего не привнося. В тот рисунок, ритм, дыхание, который сейчас совершает ваше тело. Будьте тотальны в регистрации, наблюдении этого процесса. Возможно, ваше дыхание поверхностное. Возможно, его ритм быстрый. Начните замечать. У вас вдох длиннее выдоха. Или наоборот, выдох длиннее вдоха. Отметьте, в какую ноздрю заходит воздух, из какой выходит. Попробуйте начать регистрировать мельчайшие оттенки, что ни один вдох не похож на предыдущий. Регистрировать, как на вдохе воздух прикасается к ноздрям, на выдохе он также прикасается к ноздрям, но он чуть-чуть теплее. Есть разница температур. Все-все мелочи. Регистрируйте, регистрируйте, регистрируйте. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Побудьте в этом процессе тотально. Ничего не изменяя, ничего не привнося. Лишь полностью разреши стать себе наблюдателем своего вдоха и выдоха. Я знаю, что мы находимся в роли, я не помню.
Продолжайте быть наблюдателем и регистрировать свой вдох и выдох, чтобы оценить, насколько тотальна ваша концентрация. И считайте от 27 до 1. Вдох-выдох 27. Вдох-выдох 26. Вдох-выдох 25. И так продолжайте до 1. Если на каком-то из счетов вы почувствуете, что вы сбились, ваша мысль убежала или ушла, вернитесь к 27 и начните считать сначала. Так, досчитав до единицы, продолжайте наблюдать свой вдох и выдох. Тотальная концентрация на дыхании. Продолжаем наблюдать. Thank you.
Сейчас сделайте 3 глубоких вдоха и 3 глубоких выдоха и откройте глаза. Хорошо. А кого получилось наблюдать? Он как-то не вырастет. Меня выбивало, выбивало. Мысли все эти разные. Есть инструкция, здесь очень много обучать. Нет, я думаю, что... Меня выбивали разговор. Нет. Вот тогда, да. Вот одного человека мне показать. Миг вот, никогда не останавливается. Но вопрос управления собой – это вопрос управления своим вниманием и его направлением, куда мы его направляем. Сейчас мы делали маленькое упражнение по сосредоточению концентрации на треугольнике носа и, соответственно, концентрации своего вдоха и выдоха. Корень заложит, он растет, в росток поможет. Пусть росток достанет. В земле пока не принес росток, она не никогда не отчитала. Это часть, которую я называю наблюдатель. Она является той частью, которая развивается как безоценочный способ регистрации происходящего. Это я послушаю, может, мне это больше. А многие говорят, там безоценочное мышление, развиваем безоценочный способ мышления. Но безоценочный способ мышления развивается через упражнение наблюдать все, что происходит, и просто регистрировать. То есть наиболее близкое слово к тому, чтобы развить наблюдателя. Это невозможно отказаться от оценок, которые существуют в любом случае внутри. То есть они есть, их нужно признавать, принимать. Они есть. Но развить способность просто к регистрации мира, таким, какой он есть, можно через получение опыта регистрации себя. Познавать мир абсолютно разными способами. Можно его познавать через информацию, через религию, через общение. Тот способ, который предлагают практики центрирования, это познание мира через внутреннюю реальность. Сначала первое упражнение, которое мы выполняем, это научиться наблюдать. Мы развиваем способность, мы развиваем это как навык, мы развиваем это как реальность, не как идею. Практика, которую я даю, она состоит только практически из упражнений. Там теория, которая есть в курсе, она нужна лишь для того, чтобы успокоить ум и спокойно заниматься практикой. То есть, чтобы просто уговорить, договориться с собой, что это нужно делать. И мы выполняем первую неделю часовые сидения в режиме вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье. Мы сидим каждый день по часу, и суббота, воскресенье мы сидим по 3 часа. И это дает уже способность как навык наблюдать по-другому. То есть это как в спортзал. Мы приходим, и мы говорим, мы хотим, чтобы у нас были мышцы. Нам говорят, вот возьмите эту гантельку, так раз, два, раз, два, раз, два. И через недельку, оп, мышца. С навыком наблюдения происходит то же самое. Таким образом успокаивается наш ум. То есть просто занимаясь этой практикой, мы все больше и больше даем свое внимание, там, где внимание там находится, и энергия, в то, что мы решили делать. А это есть управление собой. То есть нет автоматических процессов, которые выдергивают кусочки нашего внимания на разнообразные процессы, которые происходят все время. А так как это происходит в городских условиях, то есть мы работаем, мы занимаемся своими обычными делами. И когда мы приходим вечером, у нас есть возможность
заняться практикой успокоения своего ума, практикой концентрации, практикой развития своего наблюдателя. Таким образом, этот процесс, когда мы работаем его в городских условиях, он встраивается в нашу самую обычную жизнь. Мы не уезжаем, чтобы развить этот навык, он у нас не встраивается в моменте, где он не применим. То есть каждый день мы замечаем, что мы все лучше и лучше и лучше справляемся с управлением своим вниманием в своей каждодневной обычной жизни. Нам не нужно ничего менять в своем привычном укладе. То есть вот этот кусочек практики, который мы делаем, он на самом деле переносится на целый день, и наш день проходит уже по-другому, потому что наш ум работает по-другому, потому что наше внимание работает по-другому. А за первую неделю, развивая навык наблюдения и управления своим вниманием, навык концентрации, мы получаем ресурс, мы получаем способность, мы получаем навык. Навык регистрировать свои ощущения. Через свой опыт я получила через практику информацию о том, что самые глубокие слои подсознания – это наши ощущения. Наши программы зашиты в наших ощущениях. С ними можно работать тем или иным способом. Но это ощущение, это вибрация клетки. Мы не только концентрируемся на дыхании. Второе упражнение курса состоит в том, чтобы наблюдать просто свои ощущения в теле и находиться постоянно внутри себя. Таким образом, мы начинаем смотреть, где нам хочется находиться больше, какая зона тела принята, какая зона тела отвергнута. Мы находимся в голове, или мы находимся в ногах, или мы находимся в руках, или мы находимся полностью в своем теле. И мы проводим часовые сидения, просто сосредотачиваясь внутри себя. А когда мы развиваем наблюдателя, у нас есть способность перестать избегать то, что мы раньше избегали. Ведь это естественно находиться внутри себя и полностью знать, что за процесс находится внутри организма. Это естественно доверять себе. Это естественно слышать себя. Но за жизнь у каждого человека накапливается мировоззренческая система, система установок, система неприятных ощущений, которых трудно вынести. И все это приводит к избеганию. Я хочу, чтобы сейчас вы привели самые обычные примеры избегания и последствия, к которым это приводит. Самые обычные, например, там мой друг Вася не ходил к стоматологу, у него был флюс, и ему там резали по щеке. Ну вот самые обычные примеры избегания. Просто несколько, которые приходят в голову. Что такое избегание? Хочу постоянно путешествовать, но отказываюсь я в этом. Работа все время находится, командировки. И что-то. Какие последствия этого? Не отдыхаю, не радуюсь жизни. И какие последствия этого? Все могло бы быть насыщеннее. Трата энергии не туда. Хорошо, спасибо. Еще какие примеры? Иногда хочется быть одним, хотя бы каждый день, хотя бы полчаса быть одним. И я не делаю это, чего хочу, какие последствия этого? Усталость, недобор ресурса, невосстановление сил. Какие последствия этого? Ну, достаточно, дальше не буду раскручивать. На самом деле там очень много последствий от того, что я не разрешаю себе делать то, что я хочу. Точно так же это простые примеры избегания, но мы годами с помощью своих убеждений, своей системы мировоззрения избегаем реальности, которая зашита в наше тело. И ум очень силен, он фундаментально силен, не слышит, Мама, не видит. Мама, что означает звезда Есть... Велеса? Там не написано, не напечатано. Да не переживай, ты так выбежите, они естественно приходят, уходят. Я сейчас не могу сказать. Скажи мне,
меня сейчас спрашивают. Малыш, а ты знаешь, что нельзя перебивать взрослых? Что? Не знаю. Там написано. Самое, ладно, воспитание малышей мы займемся позже. Что? Не запрещаю. Мы наши дети, я так, извините, просто иногда нахожусь да, на своей волне, да, почему полчаса нету, да? О чем-то так думаю, да, это избегание. Да, и мне вот тут так вот врезает, ну, на самом деле, не буду сейчас опять-таки разбирать, у этого есть огромное количество всего. Это отдельный как бы момент. Это не избегание. Уважение к себе, как к женщине. Женщина знает, что сегодня остановится, но тебе кто на себе. То трындец придет, да, в ее дом и заберет все ее силы. Да, по поводу этого есть такой классный анекдот. Еврейская семья, одесская. Значит, дети орут, бьют стекла, шалят, их бесконечно мама орет тоже. Значит, ну, вот такие дела. И в один момент мама понимает, что все. Идет беседовать к раввину, возвращается оттуда загадочно. Значит, по-прежнему дети орут, стекла, шарят в школе. А мама перестает орать. И со временем вроде что-то меняется, что-то сеслее становится, что-то легче. Вот. Но при этом мама каждую субботу на полчаса уходит к себе, закрывается, не видно, не слышно. Вот. И поскольку все меняется, детям в единый момент в их этих заботах вдруг стало дело до мамы. И они решили проверить, что там такое происходит. Они приходят, влетают в комнату, там сидит мама, пьет чай, кушает цимус. Знаешь, это такое, наверное, вкуснятина. Вот. Они: мама, как это ты? Чем занята? Ты вообще шел? Что ты без нас ешь и вообще чем ты? Ша, дети, я делаю вам счастливую маму. Браво. Я вообще склонна, могу сказать, сразу к буддизму. Мне очень нравится Будда, и я фанат, да. Ум хитер, Будда мудр, да. А, и он принес мир, медитацию, випассану. Собственно говоря, медитация випассана, она делает практически то же самое, немножко другим способом. Это концентрация на собственных ощущениях и расслоение своего опыта до... Сначала мельчайших молекул, а потом вибрации тонких тела, а потом полного ничего. Ну, в общем-то, практики центрирования, они работают со средним слоем подсознания и с тем реальным опытом, который действительно зашит у человека в его теле. То есть, по факту, если человек занимается таким способом наблюдения, все иллюзии, которые у него есть, рано или поздно ему придется с ними расстаться. Может быть, не рано, но поздно таки придется. Вместе с тем. Нет. Иногда, смотри, какое красивое. Иногда бывает и так. Иногда иллюзии, да, вместе с телом. Но можно отделить, отслоить на уровне сознания, все-таки расстаться с идеей, а тело... оставить. Итак, ощущение имеет определенную прикрепленную к ней эмоцию, имеет определенную прикрепленную к ней мысль. И когда мы учимся наблюдать ощущение, эмоции, мысль, я называю это тремя зеркалами, но это уже как бы образ. На самом деле ощущение, эмоция, мысль. Мысль — это третье зеркало. Насколько оно врет, вы себе не представляете. Это прям вот можно научиться наблюдать мысль и по третьему зеркалу войти и посмотреть в причину. То есть, что заставляет нас так думать. Но наше внимание всегда почти сосредоточено на наших мыслях. Соответственно, у нас даже нет наблюдения за нашими мыслями. Просто то, что мы думаем, так оно и есть. И доверять себе — это значит просто хотя бы у человека регистрировать свои мысли. А мысли приводят к обратной цепочке, мысли дают импульсы и приводят к определенным действиям, эти действия ошибочные. И так мы бегаем по замкнутому кругу. Сначала у нас есть мысль, которая приводит к действию, и вся эта цепочка называется автоматической реакцией, которая, в принципе, не рассмотренная, не разобранная, не расслоенная и ведет к такой жизни, какую мы имеем. Вот.
собственно говоря, научившись управлять своим вниманием и научившись расслаивать эти автоматические цепи своих собственных способов действия, мы начинаем понимать, что мы причина всего происходящего, и следующий навык, которому мы учимся на курсе центрирования, это навык не идеи об ответственности, а навык ответственности за каждое свое состояние. За каждое свое состояние нужно взять ответственность. Идея хороша, идея звучит почти везде, но как поднимать эти ящики с апельсинами очень часто бывает непонятно и перекладывать их в разные стороны. Я использую техники процессинга для работы с другими людьми. Техники процессинга – это техники работы, хорошо выстроенная система с аналитическим умом и вход через аналитический ум в подсознание. Техники самопроцессинга человеку, они озвучены все в интернете, есть списки этих вопросов. Это очень стройная система, но человек не может выполнять самопроцессинг или быть самому себе психологом, или каким-то образом смотреть себя более честно самостоятельно, потому что у него нет такой его собственной части, как наблюдатель и безоценочное мышление. То есть то, что мы нарабатываем на первой неделе, помогает нам научиться саморазбору. То есть мы получаем навык найти и исследовать любую свою штуку, которая нас не устраивает. А в мире все совершенно. Мы изначально совершенны, выстачили эту идею. Но почему-то мы придумываем какие-то в себе несовершенства. Как это может существовать одновременно? А одновременно это может существовать очень просто. Оно начинает существовать с того момента, когда вы говорите «я хочу». Хочу самолет. Самолет хочу, да. А смотрите, здесь нет самолета, не прилетел. Все, у меня появилось что? Неудовлетворенность. Нет самолета, я хочу. Значит, дальше следующая мысль. Я хочу самолет, самолета нет, со мной что-то не так. Потому что самолета-то нет. Значит, мне нужно что-то в себе поменять, чтобы самолет был. Заработать денег, купить самолет, нанять людей, чтобы... такая простая система, чтобы прилетел самолет. Вот, и я начинаю работать над собой. То есть, когда появляется какая-либо цель, появляется вектор, и относительно этой цели что-то может быть правильно задано или неправильно. То есть, когда вы придумываете себе цель, как я хочу развиваться, в какую сторону я хочу идти, там появляется вектор, и относительно этой оси координат что-то является правильным, что-то является неправильным. Пока не задан вектор, все является в покое идеальным совершенно. Поэтому для каждого человека, для одного является что-то правильным относительно его системы, оси координат и цели, а для другого это может быть неправильным. И, соответственно, каждый человек, только видя свои заданные параметры, свои оси координат, может уже опираться не на шаблоны правильности или неправильности, а понимая свои оси координат, что он сейчас исследует, какой опыт он сейчас получает, что он для себя выбрал, какую игру он играет. Оценивать себя абсолютно самостоятельно. И развитие превращается в уникальное, индивидуальное относительно ваших собственных заданных параметров, которые вы осознали. Соответственно, техники разбора, которыми вы разбираетесь, то, что вас не устраивает, то, что вам не нравится, они, конечно же, общие, но способность разбирать тоже передается через практику. На курсе мы этому тренируемся. Это, собственно говоря, так проходит вторая неделя. Ко второй неделе мы натренировываем систему самонаблюдения, безоценочного мышления, техники саморазбора. И это только начало, потому что это все встраивается в самую обычную жизнь. Оно будет действовать после курса за год, за два, за три, работая абсолютно уже в автоматическом у вас там внутри режиме. Оно расслаивает, расщепляет, растворяет какие-то моменты, которые вас в жизни давно не устраивали. Вы их находите, вы перестаете их избегать, вы учитесь входить в те состояния болевые или переживать те состояния, которые раньше не могли переживать.
Ну и таким образом, концентрируя внимание все глубже, 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 глубже к себе, получается доставать те штуки, которые не доставались никаким другим способом. И когда мы отрабатываем навык самонаблюдения, мы можем на третьей неделе тренировать техники провокации. Техники провокации – это способ сделать жизнь своим учителем. Потому что в жизни постоянно нас что-то отвлекает, что-то расстраивает, что-то идет не так. Систему оценочного мышления тоже никто никуда не исключает из головы. Мы ее просто начинаем видеть ход своих мыслей, видеть ход своих оценок. И из-за того, что мы уже берем ответственность за свои состояния, свои мысли и свои реакции, мы понимаем, что это наше внимание выдергивается, что это мы где-то им не управляем, что это где-то мы расстроились, это где-то свое состояние. Так вот, техники провокации, они работаются в парах, с открытыми глазами. Два человека сидят, и один из них работает, говорит, я буду удерживать состояние интереса, вне зависимости от того, что ты мне покажешь или расскажешь. И он садится в состояние интереса, с открытыми глазами, и смотрит. После того, как вы закончите, можно к ним еще присоединяться, они будут еще сидеть. Кто? Ну вот Любосвета Радалова приехали для женщин. Женские Хорошо. Практики, только для женщин. Спасибо. То есть получается, что идет тренировка. Я поддерживаю свое состояние, не в зависимости от того, что ты мне сейчас покажешь или предоставишь. Второй человек нажимает на кнопочки для тренировки. Но не так, как это происходит в мире, в жизни, хаотично, все наваливается, все сразу. Например, это начинается с каких-то маленьких слов, с каких-то маленьких фраз. Мы почти все реагируем на фразу «Я люблю тебя». У нас есть позитивный отклик. Мы почти все реагируем на фразу «Ты дура». Ну, ой, меня оскорбили, обидели, практически у всех срезонирует эго, которое скажет, ну там, обидится, и что-то будет, какая-то реакция в теле. И мы на первой, на третьей неделе даже пишем друг другу списки, что нас цепляет, какие фразы бы мы хотели отработать. И одна и та же фраза повторяется до тех пор, пока человек не научится управлять собой. То есть упражнение провокации – это не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы научить очень быстро работать со своей системой. То есть не просто «Ой, меня обидели», потом я пришел домой, взял тетрадку, выписался. Нет, сразу заметить свое состояние, сразу постараться его изменить. То есть удерживая здесь и сейчас 24 часа в сутки. Безусловно, за 3 недели не нарабатываются эти навыки, но за 3 недели полностью перепрошивается система распределения внимания. Таким образом, что человек начинает действительно развиваться. Развитие – это искренность с собой, полная искренность с собой. Перестает себе врать. Это взять ответственность за любое свое состояние. И умение наблюдать, навык наблюдения и безоценочного мышления. Имея все эти три параметра, вы входите, соединяетесь со своим путем, со своим предназначением, сознанием, где, в каком месте, в какое время вам нужно быть. И, соединяясь с собой, вы находите себя, индивидуального себя, не какую-то систему. Но вы также можете присоединиться на время к какой-то системе, но вы знаете, когда, что, в какой момент, где вам изучать. То есть, по сути дела, система центрирования – это не какой-то отдельный, не какая-то отдельная теория. Это просто практика для человека, которая помогает ему в достаточно быстрые сроки сонастроиться с самим собой. И за год, или за полтора, или за два, в зависимости от уже его развития, от того пути, который он прошел, соединиться с собственным источником, со своей душой, со своим предназначением, со своим путем
и просто жить, жить полной, насыщенной жизнью, но такой, который он придумал себе заранее, такой, какой хочет его душа. И он перестает опираться на шаблоны, перестает опираться на внешнее и начинает опираться на внутреннее. В общем-то, наверное, это все на сегодня, что я хотела бы рассказать о практиках центрирования. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. А если душа хочет самолета, а самолета на данный момент нет, так что же все-таки делать? Душа хочет самолета. Да. Душа? Душа. Смотри, все хорошо для тренировки. Каждая, любая фигня, которая занимается легким, во-первых, ну, все не фигня, а все фигня одновременно. А это какой-то урок, какое-то обучение, какое-то развитие какого-то навыка, какого-то параметра. Ну вот если да, говорить четко. Поэтому самолет это про что? Про комфорт, про то, что нравится летать. А про то, что за него платить надо, что он что-то стоит, его заправляют. Механиков надо нанимать, ангар надо нанимать. Ну и что? Дальше ты ищешь способ, каким ты хочешь прокачать этот навык собственного комфорта. Чего тебе будет комфорт? Смотри, мы сейчас перешли на поцелуй ниже. Я хочу самолет. Зачем тебе самолет? А я хочу комфорт. А что такое комфорт? Дальше мы разбираем следующий слой. Комфорт. Говоришь, комфорт для меня вот это, вот это, вот это, вот это. И по вот этой цепи всегда можно спуститься к тому истинному параметру, который ты ищешь через самолет. Ну, самолет это конечная точка на самом деле. Но там еще есть три подслоя ниже. И нужно найти, ну, третий или четвертый подслой, тогда тебе будет понятно, в чем урок. Чуть надо, на самом деле. Да. Понятно. То есть самолет вообще здесь, ну, вот, когда человек говорит, я хочу того-то, вот это вот, что он хочет, вообще там ни при чем. То есть абсолютно, это конечная проекция. Иллюзия. Да, того, чего он на самом деле хочет. Вот, но спускаться по таким цепям. На курсе центрирования вы научитесь самостоятельно, я это называю, находить причину, а не видеть вот это вот конечное следствие. Ну и в принципе, да, уж раз я вам это все рассказала, попиарю себя, я веду индивидуальные практики, очень быстро через свою концентрацию нахожу ответы на вопросы, это на самом деле несложно. Потому что, ну, просто много лет занятия концентрацией, когда человек задает вопрос, я практически сразу, ну вот... Это не экстрасенсорика, это чистая концентрация. Это чисто женская техника, это чисто женское состояние. Просто находиться в состоянии здесь сейчас и быть всем, и быть в потоке. Что хочет женщина, то хочет Бог, прямая связь. Поэтому, когда задаешь вопрос, тут же приходит ответ. Главное быть к этому готовой, находиться. Это просто приходит в определенной частоте, с определенными настройками, да, определенными параметрами. Это нормальное, натуральное состояние женщины. Да, это ее природное состояние. Ну, как бы да. Как будто это любая. Ну, вот эту вот чистоту свою я доработала через вот такой вот путь. Да. При этом я знаю, что, ну, как бы у меня, по крайней мере, слово, суть и смысл, они раздельны. Это правда так. И действительно, те слова, которые соединены, сутевые и смысловые, я могу перевложить, перенаполнить. Ну, мне нравится просто в этой игре. Ну, вот, знаешь, мы сами задаем параметры мира. На самом деле нет никаких правил. И это прикольно. Поэтому, да, можно все, исследуйте себя. Я вас люблю. Спасибо, что вы были со мной и слушали меня. Я вам благодарна. Да. Я сказала, волшебно. Что всем можно все, да? Я успела это добавить? О, отлично, я тоже очень люблю. Окей, спасибо вам.